Ответственный секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кушербаев разъяснил атырауским студентам и педагогам приоритетные направления послания главы государства. Ермек Кушербаев подробно остановился на основных разделах послания: рост благосостояния казахстанцев, повышение качества жизни и доходов, опираясь на свой собственный жизненный опыт и опыт других стран. Глава государства отметил, что вопрос экспортно-ориентированной индустриализации должен стать основным элементом экономической политики. При этом важно учитывать, что помимо экспорта отечественной продукции имеет большое значение привлечение инвесторов в нашу страну, сказал ответственный секретарь. Участники также обсудили тему цифровизации. Так, к примеру, на сегодняшний день группа государственных служащих посетила Эстонию для обмена опытом в этой сфере, потому что эта страна заняла свое место на международной арене по цифровизации. К примеру, Skype был создан в свое время эстонцами. Все государственные услуги у них переведены в цифровой формат. Очень легко и удобно для населения. Глава государства поручил нам внедрить цифровизацию. Мы думаем, используя этот опыт, внесем свой вклад в развитие нашей страны для будущих поколений. Но нельзя откладывать реализацию этих задач. Надо начинать сегодня. Поэтому мы стараемся. Ермек Кушербаев также ознакомился с работой университета имени Халила Досмухамедова. В центре английского языка прошла его беседа со студентами на иностранном языке. Далее он обсудил в гражданском центре с представителями НПО роль создания гражданского общества, вопросы дальнейшего развития работы общественного объединения и реализации задач послания главы государства.